Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и я сегодня хочу вам показать очень необыкновенную и интересную квартиру около античного города Наула и около моря. Максимум 250-300 метров до моря. Между улицами Атачурка и Барбаросса. С видом на горы. Глазами горы видны вот так, как вы сейчас видите. Даже еще ближе. Вот так видны горы. Но вид хороший. И вид на море отсюда. Вот улица Барбаросса и море. Глазами отсюда море видно вот так. 3+1. Большая квартира. Есть открытая зеленая территория с открытым бассейном, беседка и крытый бассейн. Еще генератор. За хорошую цену квартира. Первая спальня. Тут что интересно? Спальня смотрит на гору. Лежишь и наблюдаешь за горами. Вот отсюда горы видны. Кондиционеры бэка. Ну, это прихожая верхнего этажа. Вторая спальня. Вот, представьте, лежите и смотрите на горы. Вот так. Лег и горы. Там солнце восходит оттуда. Вот оттуда восходит. Глазами видно вот так. Там по вечерам освещение. Gold City, Riverside, Riviera, вот. Встроенный шкаф. Также выход на балкон отсюда. И тут у нас третья спальня. Родительская. Со своим балконом, со своим санузлом. В этой квартире 3 санузла. В одном санузле подарочки есть. Я покажу, я такое редко вижу. Так, и душевая кабинка большая. Вытяжка есть. Квадратных метров. Полезная площадь 140 квадратных метров у этой квартиры минимум. Еще один балкончик. Эта сторона смотрит на запад и север. Из-за этого в этой стороне летом не так жарко. 8 месяцев, тут 9 месяцев, скажем, жара. Из-за этого зимой, летом можно мало пользоваться кондиционером, открыть двери, сквозить квартиру полностью, сквозная квартира. Ага. Спускаюсь вниз. Еще один санузел полноценный внизу. И что интересно у этого санузла? Два горшка. Можно оттуда перепрыгнуть туда, оттуда сюда. Ну, это кому как. Спортом можно, фитнесом заняться в санузле. Вытяжка есть, и такая есть, и такая есть. Азиатский горшочек. Здесь кладовочка. Ненужная вещь можете поставить туда. Когда обувь ставится. Видишь, ну, массив. Стол раскладывается. Две кухни, как мне объяснили. Одну на балкон переделали. Там, наверное, можно и шашлык сделать. Бэка стиральная посудомойка. Бэка духовка. Бэка холодильник. Вот. И здесь бэка стиральная машинка, еще плита идут. Нормально сделано. Здесь рыбу можете готовить, чтобы запах туда не перешел. И туда там печку поставить дополнительно. Гранит или мрамор, похож на мрамор. Также отсюда вид на горы с кухни. И здесь большой балкон.
И с гостиной тоже видны горы. Вот они. Глазами все видно. Вот так. Отсюда прямо глазами видно вот так. Нижней части не видны. Я зашел в квартиру, и кондиционер работает, в квартире не жарко, так как западная, северная сторона, и еще чуть-чуть восточная сторона тут. Вот сейчас, сколько время солнце надо мной светит. Сейчас 3 часа. Улица Барбаросса, улица Ататюрка. И рядом вся инфраструктура, которая нужна для жизни. Вторничный рынок. В той стороне где-то 150 метров. Вот такой большой балкончик здесь. Это был огромный балкон, но отделили, сделали кухню. Шланг есть, чтобы помыть балкон. Слив тоже есть. Античный город на Ула, дорогие зрители. Вот глазами видно вот так, как вы сейчас видите. Также сторона Каркаджака видна. Спускаюсь вниз. А вы пишите комментарии, оцените эту квартиру. Реально необычная двухуровневая квартира. Планировка такая интересная, что каждая спальня смотрит на горы. Прямо лежишь и смотришь. Так, 2 лифта. Проект был сдан в 2018 году. Вот, сколько, где-то 2, 3, 4, 7, 8 квартир на этаже или 6 квартир что-то. 5 здесь, 1, 2, 7, 7 квартир на этаже. Вот отсюда прямо покажу территорию. Открыта парковка собственная, бассейн и вот здесь беседка. Также генератор вот там. Вот генератор. Вот он генератор, открытая парковка собственная, видеонаблюдение. Два таких лифта. Айдат 500 лир. Я спускаюсь на этаж минус один. Там крытый бассейн, который запустят в этом году. Есть теннисный стол. Для детей поиграть, кто хочет размяться. Вот здесь крытый бассейн. Здесь прохладно, везде жарко. Также санузел есть. Пандус, открытая парковка, она большая, в той стороне тоже есть места. Также можно снаружи остановить машину. И здесь санузлы, раздевалка. Фасад здания. Также есть калитка в той стороне. И вот тут. Там ворота открываются автоматически. Все, заехали машины. Отсюда постараюсь показать. Даже есть собственные бананы. Кто не видел. Вот вам. Это называется ослиные бананы. Так как они большие бывают. Ещё музди, говорят. Они по-другому. Они большие, такие толстые, толстые. Кожура толстая у них. Ну, тоже вкусный банан. Так, улица Барбаросса прямо здесь, 50 метров, и море максимум 220-250 метров, максимум. Оттуда вход. Цена квартиры, дорогие зрители, 164 тысяч 900 евро. 100 евро я вам маленькую скидочку сделаю, скидки больше нет, это минимальная цена этой квартиры. В моих роликах в основном минимальные цены указываются. Маленький торг на месте где-то бывает, 1000 евро максимально.
Так что многие меня это спрашивают. Я накруткой не занимаюсь, я работаю на комиссию. И работаю также по запросу в основном. Но порой приходится снимать ролики, но еще жара. Ставим лайк, подписываем на наш канал. Пишем комментарии, оцениваем, обращайтесь. Найду, можно сказать, что любой вариант по вашим критериям. Только нужно время для этого. Приезжайте в Аланию, и на месте все я вам покажу. А то порой пишут, фотки отправляют, это отправляют, через месяц, два приеду, три приеду, а за три месяца эта квартира уйдет, или там не знаю, что произойдет. Также помогаем с денежными переводами. У нас услуги денежных переводов в Алании, в районе Махмутлар, около башни часов. Рубли меняем на лиры, евро, доллар, криптовалюта, обменник, официальный представитель золотой короны в Алании. Что могу сказать еще? У нас есть сервис услуг поиска машины, автоподбор. Привезу с любой точки Турции, проверим, и все будет хорошо. Всем пока-пока, ваш Агаси, ваш, как сказать, надежный человек в Алании. Пока-пока.